роль Мерлин Монро. Я безумно ее люблю, мне нравится. Я бы хотела сыграть роль в пьесе, не помню кого. В общем, «Азори здесь тихие», я бы хотела сыграть Курвич. Это очень интересная роль, она очень занимательная, она как персонаж очень простая, но в то же время она открытая для всех, но в то же время она сложная, и для нее очень все возможно, но она такая вся какая-то непростая, ее очень тяжело понять. Да, я, безусловно, хотела бы сняться в кино, наверное, такого лирического, драматического персонажа, такую юную девушку, какой, наверное, сейчас являюсь. Ну, я бы хотела сняться в кино, но и герой, даже не знаю, какой-нибудь Человек-паук, Спайдермен, вот, или Анджелина Джоли в фильме «Мистер Миссис». Я бы хотела сняться в кино, даже скорее не в кино, а в сериале, американский сериал «Queer as Folk», в русском переводе «Близкие друзья». Я бы хотела сыграть героиню Дебби, потому что это сильный персонаж,